Вы знаете, мы по дороге потеряли барабанщика и нашего трубача. Они сначала с нами ехали, потом отсоединились. Нет, шучу, конечно же. На самом деле, это музыка, цыганский джаз и джаз-мануш. А в 99,9% случаев исполняется без сопровождения барабанов. Вот так уж сложилось, что роль барабанов отведена гитаре. И вот, с одной стороны, роль аккордов, то есть гармонии, с другой стороны, одновременно вместе с этим и ритмическая роль, барабанная роль. И гитара своего рода представляет собой перкуссию. Вот вы видели, ребята уже по ней стучали и так далее, и так далее. И вот в мануш музыке это, вот эта стилистика ритмическая, называется, которая комбинирует гитару и барабаны, называется помп или помп-мануш. Дарио. Дарио. Дарио, come here. Signor Berlucchi, andiamo. Дарио сейчас нам покажет, как это все дело происходит в мануше. Can you play pomp? Вот следующие 40 минут нам есть чем заняться. Смотрите, Дарио одновременно играет и аккорд, и по сути бьет по гитаре, то есть создается такой эффект барабанов, такой перкуссии. А на контрабасе, я думаю, что во всяком случае нужно расставить немножко акценты по высоте во всем этом деле. Элия! Эли! Эли Ла Сорса. У нас симфония Гайдена наоборот. Там музыканты приходили, точнее уходили со сцены, а тут они у нас приходят на сцену. I still have your passports. Вот это уже получается свинг. Под это можно даже танцевать. Эли Ла Сорса. Чего во всей этой музыке сейчас не хватает? Одной очень важной вещи. Не, гитара в данном случае частность. Это может быть хоть балалайка. Чего не хватает? Солист — это тоже частность. Мелодии не хватает. Мелодии. Мы, конечно, мы можем слушать это в следующие 40 минут. Мелодии не хватает. Алессандро Ди Вирджилио, Саша. Гитара, мелодия. Вот эта вот манера исполнения ритмическая называется свинг. Когда гитара идет чуточку впереди, а контрабас чуточку позади. И такое ощущение, что контрабас все время преследует гитару. И вот возникает ощущение раскачивания, такое танцевальное ощущение. И под эту музыку танцуют и линди хоп, и чарльстоун, и фокстрот, и все любые джазовые танцы. Thank you.
Thank you.
Grazie mille, grazie, super spasiba, space siba. Ok, grazie mille, thank you very much. Ladies and gentlemen, this composition was a very famous traditional gypsy tunes. It's named Montagne Saint-Geneviève. Now we play for you a special composition that we, Alessandro, composed, thinking about this, that jazz music and classical music is not so far, because it's always music. So composition is a sort of a mixture of joint between tango, classical, and jazz. So we play for you I Caffè di Oliva. Man, this composition is a tribute for Gonzalo, no? Because the story is, okay, you don't know, but here played one of our friend Gonzalo Bergara, these guys, and before in the dressing room, we spoke about our friend here, and he know him. And the story of this song is that Gonzalo did two very beautiful cities, three very beautiful cities, with original composition that inspired us a lot. So, one day, Sasha was in the kitchen with Gonzalo, and Gonzalo told to him, Sasha, I need a coffee. But you know, Argentinian and Italian people drink a lot of coffee. At the end of the day, we're this robot, you know, like Wally. So, after the 6-7 coffee, they decided to, they was a little bit anxious, you know. And so Sasha decided to write a song to say, relax. But it was with Gonzalo. So, I Caffè di Oliva. Oliva is Sasha's guitar. Spasiba. Thank you.
Ladies and gentlemen, Mr. Sasha Di Virgilio! Ciao Ilona, ciao, ciao. You want to sing a song with us? Sing, Ilona? No, eh? Okay, no. Sorry, sorry. Now we play for you a very No Woman No Cry from Bob Marley. No, joke. Okay, now we play for you a special composition. Vittorio Radio, vieni. Vittorio Radio, composizie. And last tune, you take the memory of Arthur from Abakan. It was like, oh, yes? Exactly. Yes? Exactly. Yes. Мы были недавно в Абакане и встретили там, это же на границе с Монголией, это Хакасия, и мы встретили там вокалиста, который поет горловым пением. И вот вы видели там, Илья пытался на контрабасе вот это передать, стилистику. Okay. Okay. So, Vittorio, you was in Italy, so you know that how much is important for Italian people. Breakfast. Exactly. But not breakfast. How important is important to eat, no? Yes, to eat on the hot. Okay, of course. Yes, I know very well. So, you have to know, guys, that you can remove from... you can... come si dice togliere in inglese? Come si dice? Take off from an Italian person everything. Clothes, non guitar, doesn't matter. Dario рассказывает, как важна для итальянцев еда. Food, no. Вы можете забрать нашу одежду, наши деньги, наши гитары, но вы должны оставить нам поесть. So, we composed a composition, no, dedicated to a special moment of the day that for us is breakfast. But for us breakfast is not normal breakfast, it's a nuclear breakfast. So, be ready to nuclear bomb. Вы должны знать, что для итальянцев самое важное – это завтрак. Поэтому мы решили посвятить композицию этому важному моменту в распорядке дня под названием «Завтрак». И не просто завтраку, а нуклеар-завтрак, то есть ядерный завтрак. It's not a very nuclear, it's a joke. So, be ready. Thank you.
Thank you.
Grazie mille, signore e signori, super spassiva! Grazie, 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 grazie! Mister Elia La Sorsa, Cantalupa! Super, grazie, grazie, grazie! Okay, thank you very much. This was our composition from Sasha. This name Stay is dedicated to all the beautiful lady. We can say one more time. Это была композиция Александра, которая была посвящена всем девушкам. Okay, now the story about, you know, fireflies, etc., etc. So. Instruzia. Way in short. Okay, now we play for you a very special song. We discover one thing about nature. Okay, everybody knows what is in nature fireflies. Следующая композиция будет посвящена природе. Все вы знаете, кто такие светлячки? Светлячок. Светлячок. How can I say? Светлячок. Yes, it's correct. Светлячок. Светлячок. Свет is a light. Свет. 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 Is a light. Yeah. Чок. Чок. Is a. Ah. Свет. So свет. Свет. Okay. Светчок. Okay. Светчок. Are beautiful, no? Love, nature, oh, romantic, etc. One night we was in the wood, just to take a walk, and we saw these insects. We asked to ourselves, but
Svetchok, no? Can go on tempo, can keep tempo like musician could do. Когда мы однажды гуляли по поляне, мы случайно наткнулись на целую поляну ночью, где была просто уйма этих светлячков. И мы, как настоящие музыканты, задались вопросом, а вот они мерцают, светятся в каком-то определенном темпе, или же они делают это хаотично? Okay, so, who knows? Technology. Спасибо, есть технологии. There's, you know, a tool. Metronome. Мы взяли метроном. Okay. For example, now you are Svetchok. So, you are Svetchok. Okay? Сейчас вы будете светлячками. Please. Svetchok. Eh? Yeah. Oh, guys, ma Svetchok can go in tempo. Look. Okay, stop. Stop. It's you, eh? Svetchok. More or less. Okay, so. We discover one thing, ladies and gentlemen. All these insects can go on tempo. Unbelievable. Everybody synchronized. All synchronized. Мы обнаружили, что все эти светлячки синхронизированы, и они мерцают в одном и том же самом темпе. So, we need three things. First, we have a dream, not like Martin Luther King, but like that we will be rich and famous with this discover. Unfortunately, we didn't, because scientists discovered before us. Первое, мы на секунду задумались и стали мечтать о том, что теперь мы сделали открытие и станем безумно богатыми. Second thing, Sasha in the morning took a coffee, nuclear coffee, you know, and he wrote composition Firefly. Наконец, Саша на следующее утро проснулся, взял кофе и написал композицию, посвященную светлячкам. Third thing, now we play for you Fireflies. И Саша сделал это в том самом темпе, написал эту композицию, что важно, в котором светлячки мерцают. Ну, наконец-то, в-третьих, мы для вас эту композицию сейчас сыграем. Thank you.
Grazie mille, thank you very much, spasiba, merci, dankeschön. Ok, thank you very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, we are arrived almost at the end. I want to show you one thing. With us, we have our CDs. If you want, some of you already did. Thank you very much. If you want, you can buy it. There's a recording more or less everything that we played today. Okay. К сожалению, мы добрались уже до конца концерта. Тем не менее, у нас есть с собой диски. Если вы хотите, они продаются в фойе, их можно приобрести. После концерта музыканты обязательно выйдут и их подпишут. So, this night was a special night because for us our fifth adventure in Russia more or less this night in the Philharmonica, we want to thank you very much for coming again to see our concert and also for your support, because for us is a lot of energy. So, спасибо, really, спасибо. Для нас это уже пятый тур по России. Мы очень рады, благодарим Филармонию, благодарим вас за то, что вы пришли на наш концерт. So, another things. Because it's arrived the moment. You see this man with red pantaloni, blue jacket, white Dario, shirt. Pantaloni in Russian not the same like Italian pantaloni. It's not. It's other things. Pantaloni is this in Italy. In Russia, what it is? Is what inside?
under this. Ah. Okay, va bene. But you understand, in Italy this is pantaloni, so sorry. Okay, this man with gel inside the hair. Okay, this guy's his name Viktor Radzievski, and for us is the best manager in the world. Thank you, Viktor! 7,000. Really, we began more or less together now. It's great to see him became one of the most important organizer here in Russia. So, congratulations, man. Congratulations. Okay, we want to dedicate this song to all of you, but especially to Viktor. Thank you again. This composition is special because every time that we play in Italy, we say it about Russia. Who? What is Russia for us? Russia for us is a country very beautiful, but not very beautiful, is too less, is marvelous. We travel really everywhere. Viktor took us from Kaliningrad to Sebastopol, to Magadan, to Murmansk. So really, we did ping pong a little bit everywhere. But there's one thing very beautiful about you, Russian people, that everywhere you have energy in your eyes and a big soul in your heart. So thank you very much, because for us, Russia, we feel ourselves like in a second home. So thank you. This song is for you. In Italiano we say Occhi Neri, we play for you Occhi Ciorni. Thank you.
Дарио Берлуки, Алессандро Ди Вирджилио. Аккорды диссаккорды, кстати, переводятся как сладкие и гадкие. До встречи в фойе.